знайомстве буде добре, продовжує поєднувати самотні серця. І сьогодні, я сподіваюся, ще один холостяк знайде своє кохання серед п'ятьох дівчат, які ховаються за цими ширмами. Але подивіться, хто прийшов, щоб допомогти чоловікові зробити свій вибір. Телеведучий, красень та чоловік з бездоганним почуттям гумору Андрій Бідняков. Зустрічаємо! Здрасте. Я дякую, що ти прийшов. Я знаю, що свого часу ти зробив цей важкий вибір. О, да. Я знайшов. Я дуже складно. Нашов, да. Вот. Вот он тот вибір. Слухай, таке важке в тебе завдання. Ти зараз познайомишся, як і ми усі, з холостяком, який сьогодні намагатиметься знайти своє кохання. І тобі потрібно буде його направити, знаєш. Він тут зараз з'явиться, але перед тим, як Микола, так його звуть, приєднається до нас, ми зробимо те, що він не побачить. Ми побачимо дівчат. Увага на екран. Меня зовут Милена, мне 25 лет. Я пою, хочу создать свою рок-группу. Я работаю хостес. Мой мужчина, он должен мне давать разные эмоции. Он должен знать, чего он хочет в этой жизни. Он должен уважать мои интересы, поддерживать меня во всем. Но вот на данный момент я не могу вот найти такого мужчину. Меня зовут Ольга, мне 24 года, я диктор и поющая ведущая. Я одна, потому что в моем окружении есть, конечно, мужчины, парни, которым я нравлюсь, которые за мной ухаживают, но они еще не настроены на серьезные отношения. А я уже ищу мужчину для себя, в котором смогу увидеть мужа, друга. Меня зовут Лена, мне 20 лет, и я студентка факультета журналистики. Встречалась я с парнем год. Не сложилось, потому что я чувствовала себя парнем в отношениях. Мне нужен мужчина, который будет сильнее меня для того, чтобы и он меня мог поддерживать, чтобы я чувствовала себя хрупкой, чтобы чувствовала себя как за каменной стеной. Меня зовут Ольга, мне 34 года. Я сейчас не в отношениях по причине того, что в свое время очень много уделяла работе. У меня была цель сделать карьеру, добиться успеха. Конечно, я немного осуществила свою мечту, но потом какое-то время я поняла, что нужно остановиться, так как много времени забирает работа. Хочу заняться личной жизнью. Конечно, ухаживали мужчины, но мне очень интересно, когда мужчина целеустремлен. Но так как я была целеустремленным лидером, в мою жизнь приходили мужчины пассивные. Меня зовут Юля, мне 25 лет, и я артист. Я работала в самом большом цирке мира. Как мне кажется, я одна из-за того, что я очень придираюсь к некоторым качествам. Я не могу быть за спиной у мужчины. Мне нужно обязательно быть рядом, держа за руку и шагать с одной ноги. Все равно хочется с кем-то засыпать вечером в постель. Ось такие у нас сегодня девчата, разумницы, красивые. Вот хорошо, что есть такая программа сейчас, понимаешь? Скажи, ее не было 5 лет назад. И как вот люди раньше искали? А сейчас все просто, пришел тебе и все, и сразу нашел красиво. Встречайте, Микола! Витаю! Добрый. Здравствуйте, Коля! Здравствуй. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Готов? Да. Микола, ти такий гарний, а працюєш пілотом. Чоловіча професія, грошенята заробляє. Як так сталося, що після розлучення ти не знайшов швиденько знов кохання? Ну, не так просто це виходить. Видимо, після першого разу як-то немножко закриваєшся і вже не так легко. Слухай, тут є момент. Дівчата зараз там стоять, і вони все чують, як завжди, коли ми працюємо в нашій агенції. Вони мають можливість згодом поставити запитання. Я зберу ці запитання. Тобто вони про тебе дізнаються, коли ти робиш вибір. А потім останнє слово за ким? В нашій сім'ї за жіною. Я не знаю, правильно! За жінкою! Я тобто согласен. Дівчина, яку ти наприкінці обереш, вона скаже, чи згодна вона піти з тобою на побачення. Скажи, будь ласка, яку жінку ти шукаєш? Мені нужна... Нас смотрять діти, Коль, сразу. Мені нужна умна. Та ти що? Коля, ми зібрали самих умних в Україні. Так це ж дуже складно буде. Бо дівчата не можуть нічого тобі сказати. Я розумію. Ти про них нічого не знаєш. За умовами нашої агенції він обирає лише за зовнішністю. Мало того, за одягом. Як ти будеш обирати? Надя, звісно, говорити про ум теж, на самом деле. Надя, можна косвенно. Извините, ребята, но... виводи. Мені в холостяки понравились сдержаність і скромність. Поэтому, да, я би сходила з ним на свидання, щоб, може, приоткрити завесу
находясь рядом с ним. Відкриваємо першу частину наших дівчат. Все понятно, что ничего не понятно. Да, сложно. Так, смотри, здесь у нас кожаные штаны и черные туфли, Коля. Так, ну, интересно. Это интересно? Сексуально. Сексуально. Заманчиво. Так. Смело. Як ти думаєш, чим може займатися по життю ця дівчина? Этот образ может быть контрастный к работе. Коль, ну а сейчас я скажу, как твоя бывшая. Давай пофантазируем. Коля, чем может заниматься девушка под номером один? Модель, танцовщица. Ну, нравится тебе такой стиль или нет? Да, нравится. Он привлекает однозначно. Комментарии Николая мой адрес мне понравились. Действительно, он попал в точку. Однозначно. Добре, перейдемо до номера два. Ой, ой, смотри, какие аккуратная, скромная, такая правильная, хорошая. Тебе не подобается так? Да, я не впечатлен. Пока у тебя номер два, это сразу нет. Да. Это же не обовязково дуже сором'язливо. Это может просто классичный вариант? Конечно, нет. Для меня классика скучна. Ой, а сам такий весь альтернативный. Сказал, Коля пришел в косухе просто сейчас. Классика для меня это вообще. Очень классика. Мы же ищем контраст. Когда я только услышала его голос, мне понравилось. Мне интересно, как, вот какой же он мужчина. Но когда он начал говорить слова, я поняла, что это все-таки не мое. Номер три, будь ласка. Нестандартно. А нестандартно в смысле? Я имею в виду склад ума нестандартный. Комбинация. Вот человек по брюкам определяет склад ума. Я пытаюсь угадать. Ну правильно, вона ж думала, що вдягти. Это не первый вариант, который так. Классический, угу. Сексуальный. Так. Второй вариант просто классика. А третий, он творческий. Чуть средний. Номер четыре. Четвертый. Там спорт. Кроссовки чистые, кстати, я вот обратил внимание. Значит, аккуратно. А ничего, что у кроссовках на первое побачення? Вообще без проблем. Нормально? Абсолютно. Даже классно, что не заморочено. То есть, если к тебе придет девушка на шпиляке, вот такое красивое платье, короткое, ты, да, все, иди переобувайся. Честно, да, сказать, из моего опыта шпилька пугает. Ты же должен сразу соответствовать. Там уровень задается, ты должен подстраиваться. А, это довольно сложно. Я бы назвала его таким очень осторожным холостяком. А под кроссовки ты не подстраиваешься? Под кроссовки не надо так подстраиваться. То есть можно семки достать, сразу щелкать, да? Нет. Смотри, что она делает. Да, да, я играю. Она пытается показать свои щиколотки. И це вдається. Мне нравится. Так, номер пять. Скорее ко второму у меня какая-то ассоциация. Слушай, ты вообще не любишь вот нежных девушек, классических? Ну, не люблю правильных. Я сам, наверное, слишком правильный. Да откуда ты знаешь? Сейчас поднимется там плетка у нее в руках. Ну, смотри, платье яркое. Райлива вона, дивись, пританцовує. Слишком взрослый образ. А скільки ж має років бути твоїй дівчині потенційній? Я готов, что она может быть и старше. Тоді нехай робить перший вибір. Подумай. Второй и пятый примерно одинаковый для меня, но мне все-таки раскраска платья, она для меня не моя. Тобто не через спідницю, яка виглядає, через те, що вона дуже жіночна, ти вважаєш, що ця дівчина передбачувана, доволі нудна. Слишком правильная, хорошая. Ну давай подивимось. Номер п'ять. Це Юля. Здравствуйте. Юля. Да. Ну что? Контраст, конечно, но неожиданно. Юля! Да. Те, що ви почули від Миколи, вам сподобалося? Взагалі, цей чоловік вам подобається тепер? Взагалі, я навіть і не знаю, що з вами робити. Та що ж ви вся така манерна? Може бути, тому що я артистка. Ти б пішла з ним на побачення, якщо б він тебе обрав? Я даже не знаю, він так поступив со мною. Юля, антракт закончився. Дякуємо! Возвращайтесь на сцену. Дякуємо. Мне не понравились рассказы холостяка по поводу одежды, то, что должен быть стиль своеобразный, и он больше подходит для него. Но женщины разные бывают и хотят выделиться по-своему. И мне кажется, мужчина просто должен радоваться тому, что он видит. И, безусловно, если ему что-то не нравится, просто как бы отходить от этого. Ну, в общем-то, с чем он и поступил, да, с моей тушечкой. Розпрощались. Головне запитання на цей момент. Ось ти зараз в собі відчуваєш сили по частинах тіла, по одягу і відтворити цілий образ. Чи ти помилився? Відкриття було неожиданне, но вряд ли б ми сошлись. Якщо б можна було зараз вернути її, ти б її не вернув. Не вернув. Зараз друга частина, дівчат. Відкривайте. Номер два ти заіграв по-другому, да, Коля? Смотри. Ось тобі і класика.
Ну давай, номер один. Что изменилось? Еще игривее стало. Еще а чем тебе подобаются девчины в шкіряних штанах? Ну, які риси характеру це відображає? Смелая, потому что она будет ловить в таком образе много взглядов мужчин. Тебе нравится, чтобы на твою девушку смотрели кто-то? Я скажу, у меня нет такого опыта. Моя предыдущая девушка. Была стрёмная, да, вот так вот скажу. Нет, нет, просто она себе такого не разрешала. Но... И мне, конечно, всегда было интересно. Тобто ты не ревнивый? Думаю, что нет. Номер два, бо тут, я думаю, ты просто вражений тем, что открылось, так? Да, стало интересно. Все еще не нравится обувь, конечно, но не мое, не знаю. Ну, я бы удивился, если бы это было твое. Платье понравилось уже, конечно. Платье понравилось. Да. Номер три. Уже видны руки, интересно так. Я вижу кольцо у номера три, смотри, на правой руке. Оп, уже не вижу, как показалось, смотри, нет кольца у номера три. Нет, уси девчата не замежные, я гарантую. Хорошо, маникюр. Давай педикюр еще посмотрим, чтобы же вообще... Были такие тут, выключно за педикюром один выбрал. Для меня, наверное, слишком яркий маникюр. А можно ногти показать, номер три, да, пожалуйста? Да ось вони ж. Показывает. Бачишь, ой, какая довжина? Ой, смотри, они еще блестят. Мне подобается и номер четыре теж заодно. Ввиду, наверное, того, что я говорю, что ищу умную, для меня скорее внутренний мир важнее внешнего. И когда внешний слишком ярко проявляется, значит, внутренний... менее богат. Комментарий про ногти, он был достаточно странным. Так, тихо, я запутался сейчас. Умный человек на своих ногтях бы теорему Пифагора бы написал вместо блестящих или что? Я не могу понять. В чем заключается то, что человек тебе нужен умный, а ногти тебе не подходят? Хорошо. Ассоциация сразу прямая. Красивые накрашенные там ногти, слишком ухоженные, значит, она не выходит из салонов. Это круг интересов как-то определяет. А может, тебе грошей шкода? В принципе, я не разбрасываюсь с деньгами. Запитание. Надо, чтобы грызло, да? Как ты ставишься до того, чтобы твоя друга половинка не працювала? Чи готовы ты ее целиком забезпечувати? Готов, но есть нюансы. Первый... от объема запроса зависит, потому что могут быть запросы такие, которые не покрыть. Это какие? Одному. Купи мне квартиру. Ну, например, да, конечно. Как ты думаешь, якась з девчат, ну, в том числе и номер 5, возможно, это она была, якась з девчат могла поставить такое запитание? Я думаю, первый или третий. Цікаво. Четвертый. Кажется, что достаточно молодая еще, ну, по возрасту. Мне было очень приятно, потому как на самом деле девушки были моложе меня. Образ девочки какой-то вот. Слухай, як ти вважаєш, жінка, щоб прийти на перше побачення, познайомитися, справити враження на чоловіка, має вдягатися як завжди або спеціально якось? Я би предпочав, як завжди. І тому ти вважаєш, що четвертий варіант, вона найбільш щира, вона одразу показує, яка вона є. Справді? Я думаю, так. Да. Да, думаю, ближче всього. І я думаю, що ти вже зараз можеш зробити ще один вибір. Якась дівчат має піти... Думаю, номер три. Несподівано. Может быть, не совсем мой стиль одежды. Слишком casual. Я могу пропустить, что все ж таки нігті зіграли рокову роль. Все вместе. Это, наверное, из разряда «я не буду соответствовать». Мне хочется попроще, наверное. Это уже чересчур вычурно. Відкривайте ширму номер три. Олена, вітаємо. Що за обручка? Просто для красоты. Питание есть? Даже не знаю, что спросить. Ну ты так уявляв себе Олену? Нет, я не мог представить четкое лицо, но догадывался, что скорее сошлись бы. А вы так всегда ходите? Это вот ваш стиль? Вы любите ну, вот так одеваться? Ну, вместо брюк могут быть джинсы. Ну, а юбки? Иногда. Логично. Олен, тебе не сдалось, что Микола... не знаю, чего хочет. Мне кажется, наоборот. Он хочет более спокойную, домашнюю девушку. Мне кажется, да, мы не сошлись бы. Слухай, а ты пошла на побачення с Миколою после того, что ты почула? Нет. А что вирішальним є? Сам для себя ставит низкую планку. Я могу не соответствовать. Ну, я не люблю неуверенных парней. Камень прилетел в твой огород, Коля. Прилетел. Дякую. Я уверена, что в тебе все выйдет. Доля правды.
Он придирался к таким вещам, ну, которые, мне кажется, ну, немного глупо. Но вот после того, как я услышала комментарий, я с ним бы не пошла никуда. И когда холостяк меня не выбрал, я считаю, что я немного потеряла. А были моменты в житті, коли ти відчував, що тобі не вистачає оцієї рішучості, чоловіч? Если совпали у вас взгляды, то это не важно. Неужели ты думаешь, что девушка, если ты будешь в себе неуверенным, она будет с тобой? Это не самый важный фактор для той девушки, которую я ищу. А який для неї найголовніший фактор, як ти вважаєш? Ум. Тут мають зустрітися розумний чоловік і суперрозумна жінка. А ось запитання стосовно відносин, які в тебе вже були. До речі, чому ви розлучилися? Со временем понял, что чувства ушли, дальше по привычке жить не хотелось. Чи переносиш ти досвід минулих стосунків на майбутнє? Наприклад, якщо колишня тебе зрадила, чи будеш ти влаштовувати сцени ревнощів новій дівчині? В принципі, нет каких-то там остатків в зависимості. А ти ревнував її, своє перше кохання? Мені не давали повода. Єдине, у мене був запрос на свободу. І тобі залишилися три контрастних образи на вибір. Піднімаємо ширму ще. Чесно, розтерявся от зараз. Чому зараз тобі складніше стало? Всі вирівнялись. Тобто ти пішов з усіма ними? На даний момент, да. Давай, номер один. Рижа, це, звісно, одразу... Парик. Ні. Гарне волосся. Очень, я би сказав, розкріпощенне дівчинка. Номер два. Заиграла. И игривость добавилась, и... О, смотри, смотри, ой, просто... Приспущенная такая кофточка, полупрозрачная. Не мов в игре, а на самом деле это спокусно. Да, такая скорее деталь. Мне нравится, я вижу частично, что это каре, темные волосы, это... сексуально. Так, давай-ка номер 4, бо зараз Саш вже мурлик. Сейчас на ширму пойдешь. В другую поведу. Номер 4 була фавориткою, а тепер... А нет, еще интересно, но уже на фоне первого-второго кажется, конечно, проще. Роби вже свій вибір. Може, тобі допоможе один цікавий факт? Одна з дівчат мріє створити власний рок-гурт. Ого! Це, напевно, номер два. Кстати, ні, у мене з першим або четвертим асоціація. Ой, я ж пожартувала. Вибирай. Номер 4. Піде від нас. Номер 4, відкривайте. Чому ти вибрав номер 4? Я каких-то сигналів більше від першого і второго побачив. От це от. От це, да. Ой, це те, що потрібно невпевненому чоловікові. Оля, ти багато чого почула від Миколи. Да. Наприклад, я вражена тим, що він спочатку так милувався тобою. Ти йому найбільше подобалося. Якийсь момент... Все, ні. Все, а да. Чому? Як ти думаєш? Йому подобаються вспышки. Він не уверен, що... Он хочет этой простоты всегда. То есть он захочет иногда, чтобы девочка была смелая и там могла как-то себя преподать, да? Да. Знаешь, что да. в тебе есть? Розум, ты дуже разумная, как на мене. Но скажи. Я же не могу повесить табличку «умная». Я сказал, что для меня это важный фактор, но он... То есть хорошая девочка, ты у нее дважды два, она семь. Ну, ничего страшного. Я бы даже сказал так, ум бывает раз. Ничего. Но мене ты заплутав. Тобі сподобався Микола? Да, внешне мені понравился. А пішла б на побачення після почутого? Пошла б, звісно, мені цікаво було б ближче узнати чоловіка. Ну все, профукал ти дизайнера. Дякуємо тобі, щастить вам дуже. Йому потрібна вот, дівчинка-вспышка. Я могла б стати тою дівчинкою, яка б додавала енергії в його житті. Ти зробиш останній вибір. Зараз підніметься ширма, ти побачиш обличчя обох дівчат і маєш з них обрати одну, яка піде. Відповідно, друга залишиться. І дасть тобі відповідь, чи піде вона з тобою на побачення. Якщо так, то в нас склалася пара. Відкриваємо. Ну, смотри, вот ти тепер увидел лица. Скажи, правильно ли девушки, на твой взгляд, выбрали для себя сегодняшний образ? Да, думаю, подходит. Что подходит? Все? Обидві? Сочетается у обоих. Да? Так, ты помнишь, три было, он тоже говорит, мне все нормально. Ну, минимально две стюардессы, ну, в принципе, можно больше. А это означает, вообще, что ты теоретично припускаешь,
що в тебе буде дружина і коханка одночасно. Да, думаю, може так нормально. Угу. Думаю, що це практично неизбежно. Слушай, я знаю ответ девочек, может, которые они уже скажут, пойдут ли они с тобой на свидание, Коль. Я стараюсь быть открытым. Правильно, ну это тоже правильно. Правильно. Открытый, честно. И все-таки, навіщо дві жінки тобі? Например, чтобы дооценить ту, с которой ты находишься. О, как сказал красиво. А якщо вона так само перевірить свої почуття і з твоїм другом? Я думаю, реально. Може бути. І зараз ти зробиш вибір і поясниш чому. Я думаю, перший варіант. Піде від нас. Ні, залишиться. Залишиться перший. Да. Тобто ти обираєш зараз номер два, яка піде. Да. Чому? Ну, наприклад, по обратній реакції. Як це? До того, як вона мене не увидела, було більше ігрівості, відкрилось, коли штора повністю. Я увидів, що... Взаємно, ну не зовсім. Не забувай, що дівчата бачили твоє фото. І вони... Я знаю, фото одно. Тобто ти зараз живу... думаєш, що вона почула, що ти сказав, і тому все склалося в образ, який їй не до вподоби. Я думаю, так, да, що з першою дівчиною одразу ж активний контакт. Зрительний пішов. Очима. Да, да. Олю, будь ласка, виходь. Ти гармуня, протрималася так довго. Як твої враження від холостяка сьогодні? Откуда столько неуверенности? Вот она на меня посмотрела, значит, выберу ее. Ага. Почему? Это всегда взаимно. Но... Это от меня неуверенность. Я не уверен, я ему... Ты так, ты так. Я думаю, что пара не может сложиться односторонне. Ты пішла з ним на побачення, якщо б він тебе обрав? Ну, в принципе, да. Ну, иди, иди. Когда я слышала комментарии холостяка, то я еще больше путалась в своем мнении о нем. Потому что то он искал умную, то он искал какую-то скромную, то он искал какую-то вызывающую. То есть он, наверное, сам не знает, чего он хочет. Он боится, что ему откажут. Я была немного в шоке, когда холостяк сказал, что он таки не против любовниц. Закрепив чувство моего шока, когда он сказал, что он не против, если его девушка заведет любовника. Я считаю это недопустимым. И це Милена! А что это будет? Имя. Мне понравилось. Да, к внешности подошло. Подошло, да? Да. Все, смотри, довольны, а? Вот это я та-та. Доволен. Я не жалею. А ты задоволена усім почутым? Я вот все услышала, и некоторые интересы у нас совпадают. Когда Николай говорил о том, что он может изменять жене, я к этому отношусь нейтрально. Я считаю, что в отношениях должна быть свобода. Мужчины все равно не скрывают, что они изменяют. Поэтому, когда мужчина говорит об этом, он честен со своей женой. А самое? Ну, насчет, например, танцовщицы и модели он не угадал. То, что я смелая и раскрепощенная, это да. Ну что ж. Тоді залишається тільки дати відповідь на одне головне запитання. Ти підеш з ним на перше побачення. Я думаю, да. Давай, ми з тобою обнімемося. Боже, яка... Ну ви бачите, що відбувається? Ідіть, ставайте сюди. Ой, ребят, такие хорошие, я так рад. Вот все нормально, слушай, он такую искал. Она тоже все довольна, прям замечательно. Ось тобі сертифікат на романтичну вечерю. Все, я пошел. Але я хочу зауважити. Усі дівчата говорили тобі, Микола, про твою невпевненість. Да. І в фіналі, зверни увагу, Мілена зробила перший крок, давай обіймемося. Будь рішучішим. Добре, домовилися? Немножко розтерялася, увидів мене, наверное. Бачиш? Давай, вже манною кашею починай годувати його. Прошу, сертификат. Ребята, ну, иди. Народе говорят, нарушены, кстати. Все, это вам. Я вас поздравляю. Вітаємо і чекаємо вас, якщо ви досі самотні у нашій агенції знайомств. Все буде добре!